Работающее население получает социальные выплаты дополнительно к базовым государственным социальным пособиям. Повышенные суммы социальных выплат из фонда будут перечислены в июне текущего года за апрель, май и июнь месяцы. С января 2022 года размеры социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца из Государственного фонда социального страхования повышены на 5%, а с апреля 2022 года дополнительно на 4%. Совокупный размер выплат увеличен на 9% по сравнению с прошлым годом. Работающее население получает указанные выплаты дополнительно к базовым государственным социальным пособиям. Социальные выплаты по утрате трудоспособности из фонда получают 81 665 человек. Из них по Акмолинской области 3556 граждан. Социальные выплаты по потере кормильца 54 215 человек. Акмолинцев из них 2743. Отметим, средние размеры выплат работающих граждан выше порядка на 30 тысяч тенге по сравнению с получателями, которые не работали. Социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования повышаются ежегодно на основании постановления правительства РК на уровень инфляции. Также хотелось бы разъяснить по ставкам социальных отчислений. Ставка социальных отчислений с 1 января 2018 года составляет 3,5%. С 1 января 2025 года ставка будет составлять 5%. Вместе с тем, более 200 тысяч граждан, из них по Акмолинской области более 6,5 получателей выплат по уходу за ребенком до 1 года. Из фонда на минимальном уровне повышены данные выплаты в связи с увеличением размера месячного расчетного показателя. Айгерим Бегенова, Марат Ахмеджанов, Амир Куйшибаев, Кокшиакпарат.